Всем добрый день. Сегодня на канале обзор моей очередной покупки. Долго он ехал, но наконец-то приехал. Мотоцикл М104 1965 года. Мотоцикл совершенно новый. Пробег его 153 километра. В родной краске. Сейчас сразу же всем покажет, что это реставрация или еще что-то. Максимально попробую показать и как бы даже доказать обратное. Потому что под каждым роликом всем кажется, что одна сплошная реставрация. Кто только их так успевает реставрировать, я даже не знаю. Абсолютно оригинальный заводской мотоцикл. Но со слов продавца, квартирное хранение было. И очень давно из этой квартиры его выкупил один коллекционер, у которого он простоял очень много лет в его коллекции. Ну и вот человек стал распродавать коллекцию. И вот этот мотоцикл попал ко мне. Вот на гайках, на оцинковке, на клепках, на хромированных деталях. Везде следы консерванта. Идеальный цинк на подножечках. Это на самом деле просто потрясающая находка. Состояние покрышек. То, что называется с волосами. Ну, здесь волос нет. Здесь литье. И покрышка родная. год. Вот так указывается год выпуска, месяц и год. Римскими цифрами месяц, вот обычными цифрами. Сейчас на передней покрышке покажу. Соответственно, металлические соски, все как положено. Где тут этот? Сейчас найдем. Вот так же. Месяц и год 65-й. Металлический трос спидометра в изоляции трещинки. Катушечка зажигания, также обращаем внимание, 65-й год. Провод в тканевой оболочке. Я не удивлюсь, что свечка здесь тоже будет родная. Никто ее не трогал. Цировочки на колесах. Все везде исключительно. Ручки на руле. Топливный кран.
болтики. Никто ничего не крутил, не вертел. Так, шильдик попробуй показать получше. М104 65 года. Я предварительно открыл. Я же тоже всегда во всем сомневаюсь. Мне тоже всегда требуется доказательство оригинальности. Я же покупаю, также плачу деньги, немалые деньги. Всегда лезу и везде все проверяю. Вот, ребята, зацените состояние генератора. Болты замазаны как бы это как пломбой, краской, что свидетельствует о том, что никто ничего не крутил, не регулировал, никуда не двигал. Вот в таком вот все состоянии. Конечно, я очень доволен таким приобретением. Обалденный мотоцикл. Да, еще с мотоциклом. Такой технический паспорт старый. И два ключика в комплекте. Техпаспорт тоже. Состояние абсолютно новое. Сейчас я его. Я его еще даже не доставал. Из файла из этого. По сути, мотоцикл только привез, транспортный, еще даже сам ничего не рассматривал. August 31, 1965. Кстати, написано, по-моему, чернилами. Да не по-моему, а точно чернилами. Вот. Технический осмотр. Почему-то стояло, что в ремонте, потому что, наверное, не эксплуатировался. Все, и с 69 года даже на техосмотр никуда не возили. И здесь тоже это говорит о том, что он не проходил техосмотр. Просто указали, что находится в ремонте. Не эксплуатирует, соответственно. Вот такие вот бумажечки. С этим обалденным мотоциклом. Ну еще сделаю такой небольшой осмотр этого красавца. Реально. Очень шикарное приобретение. Не знаю, будет ли в этом году еще что-то. Смогу ли я найти что-то более весомое в противовес этой находки. Потому что все-таки такой старый мотоцикл в таком состоянии — это огромная редкость. На этом буду заканчивать обзор.
Всем приятных и качественных находок. Всем пока. До новых встреч.